В столице Украины в этом году подготовка к отопительному сезону ведется быстрее, чем в прошлом. Отремонтированы и подготовлено к работе 80% труб и котельных. До конца августа должны завершить и промыв систем внутри домов. Я думаю, что самая техническая подготовка, она пройдет очень своевременно, и мы будем готовы уже до початку жовтня полностью включить опалення в городе Киеве. То есть технично мы готовы. С топливом тоже проблем быть не должно, говорят в мэрии. Большинство котельных города работает на газе. Из-за дороговизны голубого топлива теплопункты будут постепенно переводить на биомассу. А вот уголь не подорожал. И теплоцентрали в этом году в городе черным золотом обеспечены. С вугиллем у нас совсем нема проблем. Так как у нас Дарницька ТЕЦ – это основной, скажем, споживач вугилля для виробництва теплової енергії, в них вже заготівля вугілля більше 100% від планового. Воно вже заготовлено було ще навесні. Страна же такими результатами подготовки к отопительному сезону похвастаться не может. В основном регионы подготовлены наполовину. Особенно много проблем в областях, где много тысяч домов на индивидуальном отоплении. В этом году время занимает переход котлов с газа на другое топливо. Если дивитись ці реляції, які нам надають регіони, на сьогоднішній день ще осталось 2 місяці до опалювального сезону. Всі плани, які вони собі задумали, це на 50% в середньому. От деякі регіони 49, деякі більше. В цілому же в цьому году особливо актуальні для людей питання енергозбереження, говорять експерти. Ведь газ подорожав, і тепер ціна отоплення квартири 60 квадратних метрів составить більше 1000 гривень. Однак, поки замінити топливо для котельні в крупних городах, власті не в состоянии. На це просто не хватить денег. Оксана Вітер, Влад Бовтрук, 17 канал.